Дорогие друзья, все, кто удостоился высокой чести быть приглашенными на этот брак, вы не просто приглашенные, вы участники этого брака. И поэтому мы с радостью, встречая наших дорогих молодых, давайте все вместе встанем и, пожалуйста, музыку. Дорогие жених и невеста, дорогие родители и даже дедушки с бабушками, которые сегодня здесь присутствуют, и вы все гости, вы хорошо сделали, что пришли сюда, чтобы порадоваться вместе с нашими друзьями. Но вы пришли, жених с невестой пришли. Давайте мы попросим, чтобы сюда пришел и сам благословил и сочетал этот союз брака наш Господь. Давайте мы помолимся. Великий всемогущий Господь, Творец Великий, во имя Господа нашего Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе и просим, благослови этот союз брака и любви. Пусть это будет союз мира, любви, согласия, понимания. Устрояй, Господь, чтобы действительно все в этой жизни у них было прекрасно, чтобы они были счастливы и наслаждались жизнью.
друг с другом. Благослови, Боже милосердный, и устрояй. Равен Даргеса, аллилуйя, слава. Равен Агремен Чергоса, аллилуйя. Великий Господь, Ты наша надежда, Ты наше упование. На Тебя мы надеемся, на Тебя уповаем. Великий, благословенный, прославленный, превознесенный, да будет Тебе великому, вечному, чудному, дивному, святому хвала и слава во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Садитесь, братья и сестры. Но вам, дорогие, придется сегодня чуть-чуть постоять. Это ваш день, и мы здесь, чтобы вместе с вами порадоваться тому великому событию, которое здесь сегодня происходит. Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Знаете, друзья, прошло с того времени уже около 6 тысяч лет. И вы знаете, до сих пор ничего не поменялось. Бог до сих пор никогда не переменил своего мнения и сказал, но теперь хорошо быть человеку одному. И вот мы видим сегодня воочию, как много наших молодых братьев и сестер, я не знаю, что их так сильно подгоняет, но мне кажется, в этом году все пожениться хотят. Это замечательно. Мы радуемся вместе с вами. И, дорогая семья Кондор, это не значит, что Данилу было плохо жить в вашей семье. Нет, ему плохо точно не было. Но ему было нехорошо, потому что не было рядом того, который только может быть близок настолько, как Бог создал именно помощницу, соответственно, ему. И в эту категорию не подходят ни близкие родственники, ни братья, ни сестры, ни родители. Только муж и жена могут иметь такие близкие отношения, о которых сказал великий всемогущий Бог, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И вот они решили, вот Даниил решил стать мужем. Ой, Даниил, какая это ответственность. И хочу, чтобы ты понял, что для тебя сегодня это обязанность заботиться и любить единственную, любимую девушку, которую ты сделал предложение, которая согласилась тебе, чтобы стать твоей женой. И поэтому, Даниил, люби свою жену. Пусть на протяжении всей жизни, которая будет у вас, твоя любовь только растет и умножается. Чтобы это была любовь, подобная любви, которую имел Христос к церкви. А как Христос любит церковь, Он предал себя за нее. Любящий свою жену любит самого себя. И никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Поэтому пусть никогда не будет никакого другого чувства, кроме чувства любви к своей любимой жене, которую ты избрал в этом мире. Посмотри внимательно, Даниил, на свою жену, вот, которую ты избрал. Так внимательно, внимательно. Ты же понимаешь, что ты нашел? Читаю. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Значит, вот то, что когда Господь дает добрую жену, это благодать от самого Господа. И дальше мы читаем притчи 19:14. Дом, имение и наследство от родителей. А разумная жена – это от Господа. Поэтому это не просто, что сегодня ты вот договорился и думал, о, у меня выбор большой, выберу себе кого-то, вот я выбрал Эвелину. Вы так думаете, все молодые, что у вас выбор есть. Да нет у вас никакого выбора.
То, что Бог вам предназначил, на том вы и поженитесь, с тем вы и сойдетесь. Так Господь предопределил. Но сегодня вы начинаете делать очень важное дело. Вы начинаете строить свой дом. Вот с того момента, как мы вас объявим мужем и женой, наступает время вам устроять свой дом. Евреям 3 глава, 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо. Итак, Даниил, тебе пришла пора строить свой дом». Эвелина, ты в стороне тоже не остаешься. Притчи 14.1. «Мудрая жена устроит свой дом». Значит, вы обои должны начать строить свой дом. Но знаете, я вам маленький-маленький секрет. Если вы хотите хороший, крепкий, сильный дом построить, помните, что если Господь не сохранит, то напрасно трудится строящий. Поэтому все, что вы делаете в строительстве своего дома, делайте это с Господом. И если Господь будет на первом месте в вашем доме и вашей семье, это точно гарантировано, что ваш дом и ваша семья будет крепкой, счастливой и благословенной. Эвелина, так написано в Ефесянам 5 главе. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. То есть ты всегда должна понимать, что ты должна относиться к мужу с уважением, с почтением, прислушиваться, уважать и почитать. А он в ответ только любить. И при этом, когда вот такие чувства у вас создастся, тогда гарантированно у вас будет счастливая жизнь. Для того, чтобы вы были счастливы, исключите, как мы беседовали много раз, всякие грубые слова, только ласковые, только нежные. Так написано в Сирахово: «Любезность жены усладит ее мужа. Кроткая жена – это дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе». Сирахово, 26 глава. Сирахово, 26 глава, 1 и 4 стих. «Счастлив муж доброй жены, и число дней его сугубое». Эвелина, будь доброй, твой муж будет счастлив, ты будешь счастлива, вы будете наслаждаться этой жизнью, потому что так написано, добрая жена – это счастливая доля. Но, Данил, теперь твое внимание, она дается в удел боящемуся Господа. Поэтому пусть в вашей жизни будет две вещи обязательно. Страх Господень в сердце вашем всегда будет, и любовь друг к другу. Любовь, которая сможет все перенести, все испытать. Как написано в книге «Песни песней», «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. И если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». И поэтому, если даже, если кто-то раздаст все имение свое и тело отдаст на сожжение, но любви не имеет, нет в том никакой пользы. Любовь, она долго терпит, она милосердствует, она не завидует, она не превозносится, она не гордится, не бесчинствует. И, внимание, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Поэтому мое самое большое пожелание вам, пусть все у вас да будет с любовью. Пусть ваши отношения будут крепкие, дружные и только возрастают в любви. Дорогие родители, я попрошу вас пройти на сцену. Пожалуйста. Там, стойте, вот там, где вы стоите, да. Дорогие родители, вы столько старались, вы столько делали для ваших детей. И вы знаете, приходит этот день, в который они должны вас оставить.
оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Поэтому мой первый вопрос вам, родители жениха. Вы с этим согласны, что ваш сын должен сегодня вас оставить и прилепиться к жене своей? Да, согласны. Да, согласна, благословляем. Ну, такой же подобный вопрос родителям невесты. Вы согласны вашу доченьку Эвелиночку, которую вы растили и заботились, подарить Даниилу? Да, согласны. Согласны. Не знаю, мне так кажется, но вы немножко что-то грустные сегодня. А? Давайте в радости чуть-чуть больше. Согласны ли вы? Я сейчас обращаюсь к родителям жениха. Принять Эвелину как дочь, любить, ценить и не делать различия между вашим сыном, которого вы родили, и дочерью, которую вы принимаете по закону брака. Да, согласны, принимаем как дочь. Принимаем как дочку. Теперь у меня вопрос родителям невесты. Согласны ли вы принять Даниила как сына, любить, ценить и уважать, и не делать различия между вашей дочерью, которую вы родили, и вашим сыном, которого вы принимаете по закону брака? Да, согласны. Согласны, принимаем. Пусть Бог поможет вам, чтобы действительно вы их любили абсолютно одинаково, потому что хоть они сегодня и оставляют вас, но на самом деле вы не теряете, вы наоборот приобретаете. Кто-то приобретает сына, кто-то приобретает дочь. Но последний мой вопрос. Даете ли вы свое родительское благословение на этот брак? Всем родителям. Да, даем. Пусть Бог благословит их. Да, даем. Пусть Бог благословит. Да, благословляем. Да, даем, благословляем. Хорошо, слава Богу. Вы слышали, ваши родители сегодня благословили ваш союз, и поэтому будьте счастливы, потому что благословение отца созидает домы детей. Но теперь, в присутствии всемогущего Бога и всех собранных здесь свидетелей, я попрошу, если это возможно, возьмите за руки друг друга, повернитесь лицом друг к другу. И мой первый вопрос будет Даниилу. Даниил, в присутствии всемогущего Бога и собранных здесь свидетелей, обещаешь ли ты любить, ценить, уважать родителей, братьев и сестер Эвелины, как своих, и не делать различия между своими и ее родственниками? Да, обещаю. Обещаешь ли ты, Даниил, заботиться об Эвелине в болезнях и в здравии, в радостях и в печали, благополучии и нужде до пришествия Господа нашего Иисуса Христа или пока смерть не разлучит вас? Да, обещаю. Обещаешь ли ты, Даниил, любить, ценить, уважать Эвелину и исполнять все обязанности мужа, который возлагает на тебя Господь сегодня, и быть верным ей до смерти? Да, обещаю. Даниил, принимаешь ли ты Эвелину как жену? Да, принимаю. Эвелина, в присутствии всемогущего Бога и собранных здесь свидетелей, обещаешь ли ты любить, ценить, уважать родителей, братьев и сестер Даниила как своих и не делать различия? Да, обещаю. Обещаешь ли ты, Эвелина, заботиться о Данииле в болезнях и в здравии, в радостях и в печали, в благополучии и в нужде до пришествия Господа нашего Иисуса Христа или до того дня, когда Господь смертью разлучит вас? Да, обещаю. Обещаешь ли ты, Эвелина, любить, ценить, уважать Даниила и исполнять все обязанности жены, которые возлагает на тебя Господь сегодня, и быть верной и преданной женой Даниилу до смерти? Да, обещаю.
Эвелина, принимаешь ли ты Даниила сегодня как мужа? Конечно, принимаю. Слава Господу! Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. У нас будет такой порядок, что сперва будет молиться церковь, потом будут молиться родители по очереди, после этого будет молиться невеста, жених, а после этого я. Помогите немножко здесь, поменяйтесь местами. Чтобы сзади место было, чуть отойдите сзади и посередине встаньте. Вот здесь хорошо. Преклоните колено. Дорогая церковь, мы встанем все вместе. Великий всемогущий Господь, Творец, Создатель, мы призываем Твою силу, Господь, мы призываем, Господь, сегодня Твое имя, мы призываем сегодня Тебя сюда, на это место, и просим, благослови, Великий Господь, благослови эту семью, благослови этот дом, сожижди этот дом, Господь, потому что если Ты охранишь этот город, то он будет сохраненный. Благослови благословениями неба, укрепи их, Господь, духовно и телесно. Помоги им, Господь, быть радостными и счастливыми. Боже праведный, Боже святый, хвала Тебе, великий всемогущий Господь. Будь прославлен, будь провознесен, великий, чудный, дивный Господь. Да будет Твое святое имя благословенно и прославлено. Да будет хвала Тебе вовеки. Непрестанная слава Тебе, великий Господь. Я прошу семью жениха пройти, родителей, и благословить своих детей. Отец, дорогой небесный, мы благодарны Тебе за этот день, что Ты дожил нас до этого времени, живым и здоровым, и мы пришли в этот дом. Боже, раздели Ты эту великую радость. Ну, я очень благодарен Тебе за детей наших, за всех, особенно за сына этого, Боже праведный, Даника, и за Эвелину, нашу дочку, которую мы принимаем в дом наш. Мы благодарны Тебе за всех гостей, которые здесь, Боже праведный, даже за наших родителей, за бабушек, дедушек, которые преодолели такой далекий путь прийти на это служение. И просим у Тебя, Господь, эту Твое благословение, чтобы Ты благословил их своим отцовским благословением, чтобы они, Господь, дорогой, никогда не нуждались, Боже праведный, благослови их во всем, Господь, чтобы у них не было скудости, не было болезни, Господь, дорогой, благослови их во всем, в плотских трудах, в детях, Господь, дорогой, во всем, Боже праведный, ибо кого Ты благословишь, тот благословенный. Также и мы, как родители, тоже их благословляем Твоим отцовским благословением, Боже, благослови также этот брак, этот другую часть, это служение, на все да будет Твоя воля, ибо Ты один достоин славы. Добрый Отец, Сын и Дух Святой навеки. Аминь. Господи, Царь наш, мы пристали пред Твоим лицом, Господь. Я прошу и молю Тебя, Господь, благослови нас, как мы здесь все находимся, Боже. Я благодарна Тебе за этот день, который наступил, Господь, который мы все так ждали, Господь. Я благодарна Тебе за нашего сына, первенца Божьего. Я очень благодарна Тебе. Он был послушный нам, Господь. Я благодарна Тебе за него. Также я благодарю Тебя за Эвелиночку, которую Ты послал ему, Господь. Благослови их, Господь, своим благословением. Я прошу, молю Тебя, ибо кого Ты благословишь, Господь, тот есть благословенный, Господь. Я прошу и молю Тебя, Господь, всегда будь с ними, Господь, будь на первом месте, Господь. Я прошу и молю Тебя, да никуда, быть священником в доме, Господь. И в Линочке дай быть мудрой женой, чтобы они всегда, Господь, только смотрели на Тебя, Господь, чтобы Ты был первым в их жизни, Господь. Благослови их в детках, Боже, я прошу и молю Тебя, Господь. Пошли им здоровых деток, чтобы мы радовались, и они вместе, Боже. Я прошу и молю Тебя, благослови, Господь, всех гостей, которые пришли, Господь. Раздели с нами эту радость большую, Господь. И благодарна за каждого из них, Господь. Потому что многие нам очень помогли во всем, приготовляли, Боже. Воздай каждому во сто крат, я прошу и молю Тебя, Господь. Благослови наших родителей, Боже. Я очень благодарна за них, что они здесь вместе с нами.
разделяют эту нашу большую радость, Боже. Воздай им во сто крат, благослови их, Господь. Также благослови, Господь, вторую часть служения. Дай, чтобы все прошло благополучно, Господь. Благослови во всем. Своим благословением я прошу и молю Тебя. Будь всегда с ними, Господь. Благослови каждого. Благослови всех наших деток, остальных, Боже. Я прошу и молю Тебя, дай, чтобы я могла всех, Господь, здесь видеть на этом месте. Я прошу и молю Тебя, Господь, об этом. Во всем, Господь, да будет Твоя воля, Твоя слава. И мы Тебе благодарны навеки вечные. Во всем. Аминь. Дорогой наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Господа нашего, ныне в сей час, Господь, мы пристали пред лице Твое Святое, чтобы благословить детей наших, Господь, и я их благословляю, Господи, во имя Иисуса Христа, и прошу, чтобы Ты их благословил, благословил здоровье, Господь, в жизни их, наполни сердца их страхом Твоим святым, чтобы во все дни жизни они служили Тебе, чтобы всегда имели кровь над головой своей, Господи, в изобилии пищи на столе их нам, Господь, финансово благослови их, в трудах во всем, Господь, я прошу милости над ними, Господь, и я их благословляю, Господи, чем могу, буду благословлять в жизни их, Господи, да будь милость Твоя, Господь, во всем, Господи, благослови также всех пришедших, Господь, на это место, каждое сердце, Господь, наполни радостью, искренностью служить Тебе, Господь, благослови, прибудь с нами, Господь, и за все благи милости, за всю Твою любовь, Господь, за все эти благословения, за хорошую погоду, которую Ты послал в этот день, за все устройство, Господь, за все прими честь, хвалу, благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь мой, Бог мой, Творец неба и земли, в молитве предстаю пред Тобой в этот час. Благодарю Тебя, Господи, что сохранил нас, что мы живых и здоровых можем прийти и предстать пред Тобою, Господи. Слава Тебе за этот особый день, который Ты послал для нас. Это очень важный день в жизни. Мы просим благословения детям нашим на их совместную жизнь, Господи. Будь милостив, ибо только Ты один знаешь, что ждет их впереди. Господь, я прошу Тебя, дай им Твоей мудрости, чтобы они устрояли жизнь свою по слову Твоему, Господь. Помоги им в этом, помоги Евелине быть мудрой и послушной женой, а Данику помоги быть мужественным и твердым в вере, Господь. Помоги им иметь правильное представление о главном, Господи, потому что только приближаясь к Тебе, они будут едины, и любовь их будет расти, Господь. Помоги им в этом, я умоляю Тебя, Господи. Ты знаешь, Господи, все, что не хватает, Ты дополни, благослови, мой Бог. Помоги им во всем ходить свято пред Тобою, Господь. Научай их слове Твоем и Наталье. Укрепляй веру ихнюю, Господи, я прошу Тебя, ибо они любят Тебя, ибо они дети Твои, и просят Твоего благословения. Ты услышь их, Господи, услыши меня, Господь. Я как мама благословляю их, Господи, но я знаю, что все от Тебя, поэтому помилуй их, Господь, пошли им все необходимое для жизни. Даруй, Господи, чтобы они ходили в страхе пред Тобою, дабы они возлюбили Тебя, Господь. Даруй им радость детям, благослови их, дабы они помнили все обещания свои, которые они обещали пред Тобою. Помоги им все исполнить, мой Господь, я прошу Тебя. Особо благодарю Тебя за Евелиночку, Ты подарил нам ее для радости и утешения, Господь, я благодарю Тебя за ее доброе сердце, что она никогда не огорчала нас своим непослушанием, Господь. И в этот час я прошу Тебя, Ты изольи эту полную чашу Твоего
и нашего родительского благословения на них в этот час их бракосочетания, Господи. Они стоят пред Тобою и молят Тебя, Ты благослови их. Все это я прошу во имя Иисуса, Сына Твоего. А мы любим Тебя и поклоняемся Тебе, Богу живому. Будь прославлен и возвеличен во веки и на земле, как на небе. Аминь. Father God, I just thank you, Lord, for this special day that I get to share with Daniel, Lord. I just thank you that he is all of my answered prayers and more, Father God. I thank you for everyone who came here to celebrate with us today, Father God. I pray blessings over each and every one of them, Lord. I thank you for the weather today, Father God. It is only from you, Lord, and it's such a blessing, and I just thank you, Father God. I just thank you, Lord, that you were so faithful during the wedding planning season, God, that you were evident even in the little details, Lord. I couldn't even do that apart from you, Lord. And I just thank you, God, for your guidance and strength with that, Lord. I thank you for our parents, God, that were so helpful throughout the whole process, God, for my siblings who helped out so much, Lord. Thank you, God. And I especially thank you for Daniel here today, Lord. Words can't express how grateful I am, God, that you sent him into my life. Such a perfect time, Father God, even when I didn't know, Lord, when I wasn't seeking a relationship, Lord. When I was seeking you, you brought him into my life, God, because you knew, Lord, that the hardships that I went through, God, I needed him by my side, God, to speak truth over me, Lord, to encourage me on my hardest days, Lord. Only you know, God, those days that I doubted you, God, and I lost hope, he was there, God. He was there to encourage me to keep going, Lord. I'm just so grateful to have him, God, for the rest of my life, to be there for me, God, to put a smile on my face, Lord, to tell me that everything's going to be okay, God. I'm just so grateful, Lord. And I just pray over him as the leader of our family, God. I pray that he would always come to you for wisdom, God, for strength, Lord, that he would remember that apart from you, we could do absolutely nothing, Lord. I pray that we would always come to you, Father God, no matter the hardship that we go through, Lord. And I just pray that we would steward our finances wisely, God, that we would be generous to those who need it, Lord, to not spend money mindlessly, God, but help us be generous, Lord, and always remember that you're going to provide no matter what, God. Give us a heart of a servant, Lord. And you've been teaching us so much about that, God. And I just pray that that would just continue to grow in our hearts, Lord. I pray that we would just grow deeper in love with each other every single day, Lord. The love that you tell us about in your word, God, not what the world teaches, Lord, but help us, God, turn to your word, Lord, for your truth, that we would be rooted in you, God. Father God, I just thank you, Lord, and I just pray, God, that you would help us honor, love, and respect our parents in every single way, Lord. I pray that we would just continue to do that, God, and I just thank you for this special day, Lord. I thank you, and I pray that you would bless the rest of the ceremony and the reception, God, and I just thank you for this peace that surpasses all understanding, Lord. In Jesus' name, amen. Всем Господь Бог, Царь Царей, слава, хвала Тебе, Господь, честь и поклонение, Господь. Тебе благодарен, Господь, за Твою милость, за охрану, Господь, за любовь, которую Ты нам Бой даровал, Господь, за сегодняшнюю погоду, Господь, слава, хвала Тебе, Господь. Я Тебе благодарен, Тебе, Господь, за такую прекрасную девушку, которую Ты мне даровал, Господь. Я Тебе благодарен, Тебе, Великий Бог, великий Творец, великий Создатель. Мы призываем Твою силу, мы призываем Твое помазание сегодня на этот союз брака. Благослови Даниила, будь мудрым, сильным, главой своей семьи, защитником и тот, который заботится и несет попечение о доме своем. Благослови Евелину, будь мудрой, кроткой, доброй помощницей для мужа своего. Благослови, Отец Небесный, их духовно, благослови их телесно. Благослови, Отец Небесный, чтобы всегда был кров над головой. Благослови, чтобы всегда была еда на столе.
Благослови их в работе и финансово благослови их, Боже праведный. Я прошу Тебя, великий всемогущий Господь, помилуй, помилуй их в этой жизни и благослови их в детях. Устрояй, Господь, все, чтобы они пережили эту радость отцовства и материнства. И, Господь, чтобы они были благословенны в этом. Благослови, Боже милосердный, их пути, вхождение, выхождение, служение Тебе, в церкви труд. Благослови, чтобы всегда и везде, и повсюду они служили Тебе, чтобы Ты был первым в ихнем доме, чтобы в ихнем доме всегда было место и алтарь Твоего поклонения. Господи, сожижди этот дом. Господи, устрой его, создай его, Господи. Я прошу, сочетай их воедино, чтобы они прошли этот жизненный путь совместно, с правильными отношениями друг к другу, с большой любовью, почитая и ценя друг другом, чтобы они любили друг друга до конца и остались верными друг другу. Отец Небесный, я прошу и молю Тебя, благослови, соедини и сочетай эту семью, а Тебе, великому Богу, слава, честь, хвала и поклонение во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава. Перед великим всемогущим Богом и перед всеми вами свидетелями я объявляю: Даниил, не жених ты больше, ты муж теперь. Эвелина, не невеста ты больше, ты жена теперь. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Аминь. Вы можете поприветствовать друг друга, как муж и жена. Можете все присесть, пожалуйста. А вы пройдите сюда.
два свидетеля, пожалуйста, вы можете на место пройти. Марина. Жизненных минут, когда раздался детский крик, ты была со мною, мама, пап, тебе лишь одному знать, как труд отца велик, как же сил тебе хватало. И сейчас молюсь лишь об одном, чтоб в холоде светило солнце и радость для вас. Мама, папа, мама, папа, вы мои любимые. Богом будьте вы хранимы в ночи стужи зимние. Мама, папа, вы простите нас, дети родимые, где мы причиняли горе вам. Взрослыми уже, и дальний путь по жизни ждет, но о вас мы все же помним сквозь вуаль серых дождей. Видим вашу мы любовь, она греет в непогоде. Бог увидел каждую слезу, услышал каждую мольбу, когда молились Богу вы за нас. Мама, папа, мама, папа, вы мои любимые. Богом будьте вы хранимы в ночи стужи зимние. Мама, папа, вы простите нас, дети родимые, где мы причиняли горе. Вы хранимы в ночи стужи зимние. Мама, папа, вы простите нас, дети родимые, где мы причиняли горе Дорогие братья и сестры, вот служение здесь, в этом зале, подошло к концу, но брак продолжается. Там прекрасный накрыт зал, столы ломятся от изобилия. Но давайте мы это служение здесь закончим словами благодати. Давайте мы встанем на наши ноги.
Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Присядьте все немножко. Дорогие родители, вы удостаиваетесь высокой чести быть первыми, чтобы поздравить своих детей с законным браком. Пожалуйста, вы можете это взять. И дедушки с бабушкой, вы тоже можете это сделать здесь. А всем остальным вы будете это делать уже в другом зале. Не забудьте, что надо подарить очень много им. Ну а сейчас только родители, дедушки и бабушки. Всем остальным в соседнем зале вам приготовлены столы. Благословений всем. Что такое? Что такое?